весна, и снова пусть рощи оживут. Это незатейливую и почти детскую мелодию Вольфганг Амадей Моцарт написал в 1791 году, свой последний год земной жизни. Словами стремительность мелодической линии. Начальные низкие звуки следует строить по верхним, легко и высоко. Ход на фа второй октавы делать округленно на затаенном дыхании. Песня полезна для всех высоких голосов. Но по своему характеру она больше подходит к легким голосам.